Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале OK English. Меня зовут Елена Викторовна. Мы с вами учим английские слова уровня интермедиа, знакомимся с самыми популярными английскими словами, которые вы обязательно должны знать, которые встречаются в речи любого образованного носителя языка, американца или британца. Мы слова проходим по синонимическим группам, то есть берем слово, берем родственные по смыслу слова, но которые имеют некоторые отличия от нашего базового понятия. Сегодня мы с вами берем слово, которое на английском звучит как courage, а на русском языке переводится как смелость. Это существительное. Это урок номер 26 нашего курса Intermediate Vocabulary. И если вы готовы, то переходим к разбору нашего материала. Итак, courage можно переводить такими вариантами, как смелость, отвага, храбрость, то есть все, что связано с какими-то выдающимися действиями человека. Это называется в английском как courage. Также есть дополнительные слова bravery, nerve и guts. Слово bravery, guts встречается довольно-таки часто, особенно guts – это разговорный вариант, хотя, скажем так, официальные грамматики его, естественно, часто игнорируют, что бывает со сленгом, мы уже к этому привыкли. Есть у нас, друзья мои, антоним cowardice, который переводится как «трусость». Ну что ж, давайте посмотрим на то, как эти слова объясняют сами носители языка, как они понимают их. Courage means the ability to deal with a dangerous or unpleasant situation. Courage – это возможность справиться с какой-то опасной либо неприятной ситуацией. То есть, когда вы с честью, как говорится, выдержали испытания, когда вы показали выдающиеся черты вашего характера, we can say that you had courage. She showed great courage in attacking the burglar. Она оказалась, она показала большую смелость во время схватки с грабителем. По-английски мы скажем she showed courage or she showed great courage. В какой ситуации? In Attack in the, bu the burglar, когда у нее произошла стычка с грабителем. У нас здесь стоит слово attack которое можно перевести как «атака» или «нападение». Кстати, во время нападения – это хороший вариант перевода. Burglar – это грабитель, вор. I didn't have the courage to disagree with him. У меня не хватило смелости не согласиться с ним. I didn't have courage. У меня не было смелости. То есть смелость можно иметь. We can have courage or we do not have courage. У нас не было смелости. Мы не показали, какую-то, скажем, особую выдающуюся храбрость, когда была неприятная ситуация. В данном случае ситуация, когда нужно было с кем-то не согласиться. When we had to disagree with someone. Okay, now we know what courage means. Now let's know what bravery means. Bravery is the ability to do dangerous or unpleasant things without being afraid. Итак, bravery – это умение справляться с опасными и неприятными вещами без страха. То есть courage подразумевает, наверное, что все-таки страх есть. Нам неприятно находиться в этой ситуации, но мы с честью справляемся. Если вы, как говорится, отчаянно несете вперед, не думая ни о каком страхе, you show bravery, вы показываете храбрость мужество, да, вот это такие вот более сильные проявления слово courage – это bravery. We admired her bravery in coping with the illness. Мы были поражены ее мужеством во время борьбы с болезнью. То есть bravery подчеркивает, что хотя ситуация была очень неприятная, она не боялась, она справлялась и страха, может быть, даже и был страх, но мы его не видели. Поэтому мы назовем ее качество bravery, а не courage. He won an award for bravery. Он выиграл приз за храбрость. Страха не показал. He had bravery and he even was praised for that. Okay, courage, bravery, now we know what it means. Let's go next. Next word is nerve. Nerve is the ability to keep your fear under control. in order to achieve something. Nerve – это умение контролировать свой страх, держать страх под контролем, keep your fear under control. Для чего? Для того, чтобы достичь результатов. То есть nerve больше связано с самоконтролем. Я думаю, что ближе всего по переводу здесь будет слово «мужество», но мы видим, что nerve очень похоже на слово «нервы», да? то есть человек, у которого железные нервы. A person has nerve, да, железные нервы. То есть человек умеет контролировать себя и э, убирать страх и все, что ему мешает, чтобы достичь результата, to achieve something. Человек с железными нервами отличный вариант перевода, друзья мои. It takes a lot of nerve to disagree with your friends. Это требует железных нервов чтобы не согласиться со своими друзьями, да, не разделить с ними их мнение. It takes a lot of nerve. Take nerve, как требует мужества, да, требует железных нервов. He went over to speak to her, but at the last minute he lost his nerve. Он пошел, чтобы поговорить с ней, но в последнюю минуту он потерял самоконтроль. Здесь слово nerve удобно переводить как самоконтроль, и это, кстати, также отличный вариант перевода данного слова. Давайте остановимся на nerve как железные нервы или самоконтроль, умение контролировать себя. И слово guts, как я вам сказала, это разговорный вариант, поэтому в официальных грамматиках он встречается редко, но в речи мне это слово попадается часто. Итак, guts это то же самое, что courage, но в разговорной речи. Используется всегда во множественном числе. She had the guts to tell the boss he was wrong. У нее хватило смелости сказать боссу, что он был неправ. И используется как правило связка have the guts, то есть guts и courage одно и то же, просто guts это неформальное. И антоним cowardice, трусость. Cowardice is a state of being afraid and not brave. Cowardice это состояние, когда вы боитесь и не проявляете никакой храбрости, смелости. It's cowardice, трусость. I guess cowardice is their family trait. Я думаю, что трусость – это их семейная черта. То есть показывать страх в какой-то опасной ситуации. That's cowardice. Ну что ж, друзья мои, вот мы и выучили новые слова. Courage – наше базовое понятие, когда мы показываем храбрость в какой-то опасной ситуации. Bravery – более сильная степень этого состояния, когда мы не показываем страха. Nerve – как мы перевели это, стальные нервы, самоконтроль. То есть, когда вы берете свой страх под контроль и делаете это ради достижения цели. Гац это сленговое словечко для courage. То есть guts и courage будут использоваться абсолютно одинаково, нести одинаковый смысл. И антоним cowardice, противоположное по смыслу слову courage, трусость. Ну что ж, друзья мои, если урок вам понравился, обязательно сообщите мне об этом. Если слова эти были вам полезны, буду очень рада. Надеюсь, теперь вы обратите на них внимание и начнете их слушать в речи. Как я вам уже говорила, лично мне даже полезно проходить этот плейлист, потому что многие слова, на которые я не обращала внимания после разборов, таким образом, я их начинаю слышать в английской речи, выделять из потока английской речи, то есть в мозгу где-то там галочка стала, ага, это слово есть, его нужно использовать. Если у вас происходит что-то такое, друзья мои, то поделитесь обязательно своими впечатлениями и смотрите мои уроки дальше, надеюсь, Благодаря этим урокам вы узнаете еще много-много полезных слов, полезных синонимов и антонимов в английском языке. Обязательно видите словарик английского языка и следите за обновлениями. До скорой встречи, друзья мои, в новых уроках занятия для вас провела Елена Викторовна, канал OK English. Bye-bye!